Что ты делаешь, Ромочка? Сворачиваю удлинитель. Зачем? Поделись. Потому что он больше не нужен. Почему не нужен? Потому что мы теперь будем смотреть телевизор при помощи силы мысли. Разбираем вот этот шкафчик. Не шкафчик, туалетный столик. Нафиг не нужен оказался. Цветы, которые здесь были, я переставила один цветочек вот сюда на окно. И второй вот здесь вот у меня стоит. А потом давай я 500 этих сделаю. Скорость 500. И ты будешь такой быстро его разбирать. Давай. Снимаем процесс. О, деньги. Где ты их нашел? О, у нас по всему дому валяются. Привет. О, еще деньги. Ты что, издеваешься? За плинтусом. Твоя заначка. Вот так вот у нас получилось здесь все. Это разобранный уже в разобранном виде туалетный столик. Здесь у меня ничего не будет. Это вот у нас увлажнитель стоит. И здесь всякие там другие наши прибамбасы. Здесь вообще ничего не будет. То есть будет такой свободный проход, чтобы не толкаться, чтобы было не тесно. Ну, в общем-то, этот столик, он ничего в нем такого особенного нет. Все не было. Все, что в нем было, все вещи, которые в нем лежали, в принципе, спокойно себе влезли вот в этот большой шкаф и еще в мою тумбочку. Так что вот так вот. Собственно говоря, я надеюсь, что я по нему скучать не буду. Все, благодарю всех за внимание. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. И пока. Пока.